Между тем, больше 700 семей уже получили новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья. В регионах продолжается строительство еще порядка 2000 домов. Также около 4000 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья. Больше 5000 человек компенсацию до 150 МРП на приобретение предметов первой необходимости. В правительстве также сообщают, что 377 миллионов выплатили предпринимателям, чей бизнес пострадал от большой воды.